Завершен монтаж крупного комплекса по производству серной кислоты на Дорогобужском заводе азотных удобрений в Смоленской области. Досрочный ввод в действие нового производства по выпуску ценнейшего химического сырья, говорится в приветствии ЦК КПСС и Совета министров СССР участникам строительства, позволит уже в текущем году получить дополнительные 1000 тонн фосфорных туков и оказать серьезную помощь сельскому хозяйству. В день пуска комплекса на заводе состоялся митинг. В своем выступлении первый секретарь Смоленского обкома КПСС Иван Ефимович Клименко подчеркнул, что трудовая победа передового предприятия является большим вкладом во всенародную борьбу за успешное выполнение решений 24-го съезда партии. Коллектив Дорогобужского завода азотных удобрений обязался на 2 месяца раньше срока полностью освоить все мощности нового комплекса.